Всем доброго времени суток. Сегодня у нас шестое занятие по подготовке к ЕГЭ математика профильный уровень. Найдите вписанный угол, опирающий на дугу, равную 1/5 окружности. Ответ дайте в градусах. Давайте отметим точки нашего угла А, Б, С. Угол АБС, который мы должны найти, опирается на дугу АС. И она равна 1/5 окружности. Чтобы найти градусную меру дуги АС, мы должны 360 градусов поделить на 5. Мы получаем 72 градуса. 72 градуса. Дуга АС 72 градуса. С одной стороны дуга АС и центральный угол АОС, сейчас поставлю центр окружности, АОС, имеют одну и ту же градусную меру, 72 градуса. По теореме мы знаем, что центральный угол в два раза больше вписанного угла, или наоборот, вписанный угол в два раза меньше центрального угла. Чтобы найти искомый угол АБС, мы должны 72 градуса поделить на 2, и мы получаем 36 градусов. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч!